Кто следующий? Омские профессионалы ММА ждут, когда им назначат новых соперников на встрече в международном пресс-центре МКР-Медиа. О планах на будущее рассказали Александр Шлеменко и его воспитанники. На днях состоялся последний турнир, где в этом году выступил представитель авторской школы «Шторм» Александр Сарнавский. «Тигр» учел ошибки неудачного дебюта трехмесячной давности в лиге ACB и в этот раз одержал победу над Рамазаном Эсенбаевым. И у Сарнавского теперь заслуженный отдых. Пауза в боях у его одноклубника Андрея Корешкова. После потери титула в начале ноября спартанец ждет предложений. Их наставник Александр Шлеменко тоже в ожидании своего соперника. Там есть несколько вариантов. Сейчас там определились победители. Там тот же Григорий Бабен победил, потом победил Хенникат и еще Солтер. Скорее всего, из этих трех будет кто-то мой соперник. Работа над ошибками делается и уже сделана. И сейчас, конечно, огромное желание как-то поквитаться. Но в дальнейшем, я думаю, уже в дальнейшем, ну, как дальнейшая моя судьба в этом промоушене будет ясна после Нового года.